Я хотел бы начать с чего? Проблема Короткова, говорят, звучит постоянно. И вот я сейчас иду по улице, да, и все люди говорят, уходит Коротков, уходит Коротков. И потом, мне все равно, будет он работать, если не будет. Но когда весь коллектив против, то тут надо как-то на это реагировать. Вот как вы считаете? Ну, реакция должна быть однозначно. Ну, во-первых, вот распоряжение лежит передо мной, начато служебное расследование. Голова взяла. Да, голова подписала, да. Мы сейчас собираем по максимуму, какие можем собрать документы. Проведем служебное расследование. Есть комиссия, в том числе я сюда ухожу, глава комиссии Цыценко. Мы по окончании примем, сделаем, естественно, выводы. Карауша, Сеска и Рудей, да? Два человека, получается. Ну, это Кузьменко, это юрист. Это юрист. Да, Карауш. Хорошо. Ну вот почему я не могу поднять одного. Почему пока не подняли скандал, никто не реагировал на это? Вот почему до этого все. Ну, почему не реагировали? Ну, насколько я знаю, были заявления от наших работников, бухгалтерских. Должно быть юриста, а то все подсчитано. А есть было какое-то разбирательство? Конечно, было разбирательство про неадекватную его поведение. На сегодняшний день то, что случилось с дворниками, допустим, я вижу много информации и всего, но, к сожалению, ко мне ни одно ни заявление. Ну, понимаете, я вам говорю, знаете, почему, наверное, приходят? Люди не верят. Ничего они не поступило. Ну, поймите, люди не верят. Люди боятся, что они придут пожаловаться, их за это накажут. Так что вот скажите, пожалуйста, вот может ли быть такой случай, что есть люди, не работающие реально, аккумулируются? Такое может быть? У нас на предприятии. Да. Такого... Ну, вы, допустим, может, не знаете, а каждый мастер на своем участке, может быть, там, допустим, человека еще нет. Вот я бы хотел бы посмотреть, когда уволилась Ольга Дубчак? Сейчас мы посмотрим, да? Когда она уволилась и когда доскакивают эти табилируют. Я просто знаю, когда она уехала с Авидиополя, да? И мне хочется посмотреть, когда ее последний раз табилировали. Без проблем сейчас. Да. Ну, может... Просто вопрос в том, что у нас кадровик заболела. Нет, а бухгалтер пусть посмотрит. Ну, может, вот посмотрите бухгалтер, пусть она... Посмотрите, пусть она скажет, когда последний раз... Лучше Татьяна Александровна. Да, пусть она подойдет... Отдайте фамилию. Ольга Дубчак. Да. Просто понимаете, какая-то вот вечная недосказанность, недоговоренность, нет какой-то открытости. Мы, получается, постоянно лепим из этого предприятия, лепим, перематываем скотчем, оно все равно рвется. Ну, действительно, если мы внесли почти 4 миллиона дотаций за прошлый год, так может быть давайте натуре взять на все плюс, купить новую технику. А? Ну, грубо говоря, на сегодняшний день любой банк, коммунальное предприятие аж бегом профинансирует предприятие. А новой техники я... И, смотрите, купить ассенизатор, купить трактор нормальный, купить самосвал нормальный. И вперед! Я, будучи инженером по транспорту, в конце года весь этот список предоставил Селищну Раду по поводу новой техники. У вас есть этот список, да? У них все есть. А как, из чего этот список состоит там? То же самое, что вы назвали. В первую очередь это экскаватор, это грузовая машина, самосвал, это же та самая АС-машина, та же самая мусоровозка. Вот что нам необходимо на сегодняшний день. Как вы считаете, какая сумма средств нужна для этого закупки? Ой, мы там посчитали, это очень много, где-то вышло около 12 миллионов. 12 миллионов гривен. Ну, я вам хочу сказать, на сегодняшний день, 12 миллионов гривен банк может профинансировать, тем более, что частично поселковый свет может заплатить, правильно? Мы вносим частично, и банк может профинансировать. Сейчас очень много из государственных программ за то, что когда покупаешь особенно новую технику, да, часть можно там вот приходил же этот Сукргазбанк и говорил, часть процентов государство как-то компенсирует. Да, так а почему бы не пойти на этот шаг? Я понимаете, я патриот коммунального предприятия, вот, допустим, мне надо вывести
ассенизатор нужно, да? Я могу пойти на круг, взять этого за 10 кубов, да? Ну, можно взять частника. Да, но я иду сюда и покупаю здесь, ну, заплачу здесь, хочу, чтобы наша машина работала. Почему они могут, а другие не могут? Пошли сейчас разговоры о том, что, может быть, давайте заказывать на стороне эти услуги. Я говорю, подождите, извините, правда. То есть на стороне все услуги, которые, на которых можно заработать, мы будем заказывать на стороне. А все остальное, извините за выражение, говно. КНС-ки наши, да, трубы наши, все останется на том предприятии, на котором то есть, зарабатывающую часть у вас забрать, а там, где одни расходы оставить, ну как это так? Это получается положить предприятие, мое мнение, правильно? Ну это правильно. Да. Когда она уволилась? Так, снова катка. Так, вот приказ. Какого числа он? Ага, сейчас. 17 листопада, да? Нет, это подождите. Это на відпустку. Это на відпустку. Это какой рік? Який рік? А, это еще 15-й, это не. Нам 17-й. Нет, наказ на работу. Ну это благо еще. Это еще благо, да. Она же, может, не уволена до сих пор? Где? Не, ну мы идем назад, это благо. Получается, что человек на сегодняшний день работает, да? Да? Ступень это вот, что у нас здесь? Призначение переведения. Принято на посаду дворника в порядку переведения с блага. Ну, она не уволена. Человек живет в Измаиле. И парень Порткарков ее таблирует. Понятно, бухгалтер же не видит, кто работает. Сколько еще таких он табелирует? Ну, мы же не знаем об этом, понимаешь? Вот это один из... Алексей, я чуть-чуть занят, я перезвоню чуть. Я перезвоню, хорошо? Ну, вот видишь, вот человек на сегодняшний день не работает. Значит, по сегодняшний день она получает оклад, зарплату, да? Ее табелирует. Человек живет в Измаиле и с мая прошлого, 2016 года. Вот еще. Вот наказ про звильню. Про звильню, да? Да, подписывать Серёжа. Ага. 5 серпня ее уволили еще. А, все-таки есть наказ, да? Есть, там все. А просто его не внесли в особистую карту, да? Может быть, да, не внесли. Вот Алексей Иванович сидит, вот подписывается. Да, то есть у нас все-таки надо звенеть, да? Нормально, да. Ключа. Ольга Валерьевна. Дюкарева уволена в августе прошлого года. Все мы нашли, все мы нашли. Хорошо. Ну, сейчас как бы разобрались, там посмотрим. Мы потом дадим запрос, пусть ваш бухгалтер выберет, когда там ей последний раз начинали какие деньги и за что. Да, без вопросов. Да. Хотелось бы поговорить по этому распоряжению. Вот глава издала 16-го июня распоряжение о служебном распоряжении. Когда вы его получили на предприятии? В тот же день, по-моему. 16-го, да? Да. То есть, получается, женщины, которые ко мне пришли 19-го, они уже служебное расследование теоретически уже было, да? Оно было, но, может быть, они не знали. Они не знали об этом, да? А в рамках этого распоряжения кого-то уже там принимали какие-то объяснения, там, пояснения? Пакет документов мы вчера уже отвезли в Саночную Раду. А что вы отвезли? Какие документы? Ну, там есть перечень у нас, ну, инженера. То есть ксерокопии трудовых книжек. Не, ну это, я имею в виду, объяснения у сотрудников каких-то принимали? Мне лично нет. То есть служебное расследование проводит, да. Ну, вы же входите в состав. А есть, когда будет приниматься объяснение? Есть голова. Ну да, надо у Белоцветника будет пойти спросить. Да, это всего разрешения только. Когда, то есть заседания комиссии еще не было, да, ни разу? Нет. Нет, то есть пока отвезли... Пока мы собираем документы. Да, пакет документов. Ну, я думаю, надо обязательно прийти на заседание этой комиссии. Обязательно. Конечно. Послушать, что это. Вот просто ситуация какая. Любое служебное расследование, оно должно проводиться
посредством принятия каких-то объяснений у людей. Понимаете? Мы же не можем просто назвать новый документ. Иначе, что это за расследование? Да. То есть вы по факту Короткова можем говорить о том, что есть служебное расследование, которое проходит, и да, какие документы вы уже отвезли в поселковый совет. Да. Да? Когда отвезли? Вчера. Вчера отвезли. То есть, значит, мы надеемся, что скоро будет заседание, да? Ну да. Хорошо, тогда давай, я думаю, наверное, дождемся заседания комиссии, что мы сейчас будем это вот. Вы что-нибудь по назначению директора что слышали, не знаю, что-то вот будет как-то решать? Может, вас бы уже вы назначили? Или какие-то кандидатуры? Нет, пока... Вы не писали заявление, да? Я не писал. Да? А, ну, может, какие-то кандидатуры есть, нет? Не знаю. Ну, просто предприятие как-то обезглавлено не должно быть, правильно? Пока не знаю, ничего не могу вам сказать. Поэтому... Да? И вы давали... А можно получить копию этой бумаги, что вы дали в поселковый совет, какая техника нужна коммунальному предприятию, и когда это было? Это мы давали на бюджет, когда бюджет перед Новым годом... Это еще в том году, да? Сдали, да, мы давали перечень, то, что нам необходимо, для утверждения бюджета уже на 2017 год. Ну, я так понял, что ничего не утвердили вам купить, да? Ну, почему? Они нам новый двигатель купили. Не, ну из техники ничего. А с техники нет. Хотели технику, а купили новый двигатель. А сколько за новый двигатель отдали? Ой, я не помню. 160. А этот двигатель на что купили? Ну, дизельный двигатель купили, первокомплектность, переоборудовать машину. Ну, потому что, возьмите, ЗИЛ 130, расход бензина на 100 км, пределах 40 литров. Да, 40 литров. Ну, взяли турбинированный двигатель D-255 полностью с плитой, с переходником, ну, первой комплектности, будем так говорить. И вы можете поставить, он будет дизельный? Мы уже практически его поставили. Угу. А может, лучше было бы купить новую машину, как вы считаете? Ну, может быть, было лучше. Хорошо, я понял, то есть по служебному расследованию пока никаких движений не было, да? То есть, а Коротков что-то к вам приходил, объяснялся? А? Вы имели какую-то беседу с ним? Ну, он на работе сегодня? Да, утром был на ряде. На ряде был и пошел на работу, да? Да, он поехал, да, по классам заниматься. А что там говорят, что какие-то новые мастера или что? Или... Да, приходил сегодня новый мастер какой-то, знакомился, сказал, что он с понедельника выходит на работу вместо Короткова. Да ничего не знаю. Я первый раз слышу от вас такое. Видите? Куда, кому приходил? К дворникам. К дворникам? Ну, вообще-то для этого есть я и есть целостный голова. Ну, мы хотели бы, чего у нас цель нашего сегодняшнего прихода к вам, мы хотели бы предостеречь от каких-либо санкций против тех людей, которые все-таки начинают говорить, понимаете? Потому что я прекрасно понимаю, что Коротков сейчас может использовать свое служебное положение, власть, там, начнет там их не ставить им в табилиацию всю, начнет давить их зарплаты. Да, подписи уже собирает. Причем подписи собирает человек, который абсолютно не владеет информацией и не может никак знать, что же происходит здесь. Ну, я думаю, что давление с его стороны будет вряд ли. Это ну, хорошо, мы скоро вернемся. Давайте, да. Гарантирую. Давайте. Угу. Хорошо. Вы знаете, там у Лидии Ивановны не хотите съездить к нам? Лидии Ивановны, там пришли какие-то сотрудники с камерами, что-то там они хотят. Не хотите, пойдем прослушаем? Здорово. Ну, это же ваши подчиненные. Идемте, поедем, послушаем. Давайте. Да, поехали. Так, поскольку. Да, это у вас совещание? А, здравствуйте. Здравствуйте. О, нам сказали, что вы здесь сейчас. Вот. Ну, я пока вас не приглашала снимать наше совещание. Да. Поэтому я вас попрошу подождать в приемной, я закончу с людьми, а потом вы зайдете. У вас совещание, да? Да. Спасибо большое. Да, хорошо, нас дома подождем. Чувствуем, что сегодня пошли на прием наши дверники. Я бы уже справки хотела, чтобы вы их так уж выслухали. Ну, я уже. Давайте мы будем разбираться в этом питании. Не односторонне, а двусторонне. Да. Тому те, що ви нам сьогодні розказали, в присутності всіх, ви повинні маєте право розказувати. Ну, є. Романа Данилович. Ну, я ж сказав, у мене є для всіх. Всі, хто що хоче, пожалуйста, йдемо. Пошли. Пошли, давайте. Добрий день. Сьогодні к нам пожаловали колективні дворники нашого комунального предприятия, ще в більшому составі, так? Да? Ну, давайте представитесь, кто пришел, как бы, ну, Надежду знают, как вас зовут? Лена. А? Лена.
Фамилия. Фамилия. Кудрина. А? Лена Кудрина, как вы? Потоцкая Елена Николаевна. Потоцкая Елена. Москаленко Лена Николаевна. Москаленко. Грунченко Юлия. Ну. Моисеева Мария. Юкарева Татьяна. Так. Ну и вы представляете в прошлый раз. Ну, рассказывайте, что у вас есть новости рассказать, те сюжеты, которые вы увидели, которые когда пришли к нам Надежда со своими подругами, да? Кто будет говорить первый, говорите? Давайте я начну. Да. Получается так, что они написали заявление на Егорича. За Горякова. Не, но это мы знаем, что они написали заявление в полицию, да. Да, вот. И тут много очень неправды. Угу. Очень много неправды. Какое? То, что он нас обзывал, этого не было. Да, угу. Тебя не обзывал. Тихо. Не было этого такого. Тебя не обзывал. Тихо. Нас не обзывал. Ну, пожалуйста, ну давайте мы не будем мешать. Пожалуйста, давайте не будем мешать. Он нас не обзывал, это неправда. Угу. Клевета это. Не знаю, как насчет денег, я ничего не могу сказать, потому что я не присутствовала там. Uh-huh. Я не знаю, как там у них что получилось. Я здесь работаю всего лишь полгода. Uh-huh. И я не знаю, что там до меня тут происходило, понимаете? Ну вы тогда тоже были на собрании, да, по-моему? Да, я там тоже была на собрании. Uh-huh. И как бы вот сейчас... Здрасте, да. Сейчас как бы за них, получается, страдаем и мы. Понимаете? Да. А каким образом? Нас постоянно вызывают. Вот эта клевета всякая ходит. Или каким образом вы знаете? Уточните. Ну как вам объяснить? Я... Ну на вас, ну, вы даже ничего не написали, правильно? Нет. Ну, слава богу, ну, нет. Ну так а каким образом вы страдаете? Нет, мы на нас ничего не написали, просто вот эта тяганина, вот это это весь бред. По поселку ходит натуральный бред. У нас есть каждый год. Все, ладно. Я понял. В принципе, вы не страдаете прямо, просто вам не нравится то, что говорят. Да, все, мне я нравится. Понял. У нас прямо... было собрание. Да. Вроде бы на собрании все рассказали, все выяснили. После собрания претензии все предъявили. На собрании выяснили. Вы знаете, что после собрания назначили служебное расследование? Ну, после собрания вроде все выяснили, Вы знаете, что назначили служебное расследование? Ну, знаю. Кто? Ну, кто? Власти, наверное. Ну, Лидия Ивановна Савельева назначила существование расследования по тем жалобам, которые вы сказали. Лидия Ивановна сказала, если какие-то проблемы, обращайтесь ко мне. Если кто-то кого-то прижимает или кто-то деньги требует. Ну вот поэтому люди, у них прижимают деньги, требовали их оскорбили, они обратились. Вас прижимают как-то? Нет. Никогда ни намека на деньги. Все, я понял. Вас не прижимают. Ну, вы хотели, чтобы прийти рассказать вот что-то вот, то, что вы считаете, что они неправильно... Неправда. Да. То, что в интернете написали, что сексуальное домогательство, деньги какие-то требуют с нас, это все неправда. Неправда. Таня, а сколько ты расходила до директоров? Дайте мне слово. Я хочу, значит, так надо. Это работа. Расскажи, как ты сама около садко, как сидели, он сидит, он... Час и два он мне толдычит за Викину ветку. Зачем это надо? Было такое? Было, Таня. Давление поднялось, у меня уже нету сил идти работать. Девочки, садик, тихонько. Мы поругались, мы помирились. Это работа. Я с тобой поругалась, я с тобой помирилась. Понимаешь? Таня. Мало еще мне не нравится. Ему тоже что-то не нравится. Сюда не ругаться. Хорошо. Тань, раз на то пішло, ти говориш, що ти, все тобі нравиться, так? Нравиться. Правильно, тобі нравиться, тому що ми ходимо всі на собрання. Ти на собрання не ходиш, на масовки не ходиш, і на роботу приходиш у 7:30, а з роботи йдеш у 8:30. Это не сплетні. Тихо, Таня. А потом в 9:00 ты по другим участкам катаешься. Когда ты на своем участке работаешь? Дайте высказаться. Когда? Она неправильно делает. Таня. И говори, и ходишь, и собираешь мне постоянно, что мой участок... Таня, вот, закрой, пожалуйста. Я разговариваю. Меня оскорбляют, я говорю. Я за твой участок не говорила ничего. Я говорила, коли ты идешь Ты говорила, что грязный мой участок. Ніхто я на твій час не говорила.
Я що, контролю на твоєму часі? Приплявся до тебе, а там тебе хвали. Ви не прийшли тут розбиратися, прийшли рішати. Когда я в тому году работала в парке, я каждый божий день на собрании была. Сейчас у меня дальний участок. А у меня ближний больница. От больницы у меня ближний участок. Причем ты что, каждый день в больнице бываешь? Да, я каждый день возле больницы убираю. Это Григорий говорил, когда ты была последний раз возле больницы? Раз в неделю ты ходишь в больницу. А ты меня бачила там? И что ты говоришь? Ты меня там бачила? Я на собрание это слышала, что ты говорила. Сколько раз ты пришла? Раз в месяц была возле больницы. Раз в неделю была возле больницы. Не решайте, я пришла тут. А я каждый день на кругу бываю. Я не пришла слухать. Таня, я пришла сказать, что я маю право сказать. Давайте. Ну не пришла разбираться с вами. Ну дайте так, чтобы договорить. Дайте человеку договорить. Гадости? Если у вас директор разбираться с ним, ну не тут. Так если в интернете такие гадости пишут. То еще не такие будут писать. Да? Мне жалко, что не мои интернет, я еще не такие писал. Дайте мне так сказать. За себя отвечают, но не за меня. Ну люди пришли ко мне и рассказали за себя, что их оскорбляют и у них... Там не только за себя, они от всего коллектива сказали. Ну они от себя сказали. Почему? Они сказали от себя, что у них нет гадости. Я вот сегодня был на коммунальном предприятии, да? Ко мне три человека подошли и подтвердили их слова. Мы, наверное, сейчас поедем на коммунальное предприятие, мы увидим. Вот послухайте меня, что я сейчас скажу. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Меня зовут Орлова Вера Миновна. Очень приятно. Я работаю дворником 10 лет у сельпо. Так. За 10 лет, не только сегодня, не только вчера, каждый день. Есть одна бумага, у меня есть начальство с города, трое. Четверо у меня отсюда. Три администратора и управляющих. Мене всегда находит. Він мене всегда находит, всегда посходит, всегда обзывает, всегда администратор обзывает. Кто він? Коротков. Так само и тих девчат, что она говорит. Она работала тут в центре. Вера, да, тихо, подожди, Вера, а кто жалуется Короткову на тебя, что ты не убираешь? Давайте так. Вот эти же дворники жалуются ему, а он потом на тебя говорит. Давайте так, вы скажете. Таня, я рассказываю. Я знаю, Вера, я слышала. Мы слушаем вас. Да? Я не буду, я сейчас выйду, просто не надо, послушайте, мы вас слушаем. Ну зачем? Не перебивайте. Вы помните, мало? Ну, каждому даем по очереди высказаться. При Валентине Михайловне работала. Валентина Михайловна не раз приходила, він визвав її. Лілію Івановну визвав. Мене до цих визвав, що я не управляюся своєю роботою, що я позанімала, обзивав все время, кричав все время на мене, весь центр чув. У них було все время коло цього. Ресторан. Коло ресторана. Кожен день їх обзивав, кожен день. Кого я бачу коло ресторана, що на собранні, я їх бачу. Ті, що далі, вони не приходять. Одна, вторая, третья, четвертая. В том году я ходила? Тихо, я просто говорю. Что я их не бачу на собрании, тут еще не мав всех. Я их на собрании туда. Ну тих, паскудит, на чем свет стоит? На чем? Что я вам такое, чтобы записать, чтобы все люди дошли. Вы говорите, что вот эти женщины не ходят на эти собрания? Я их не бачила на собрании. А вы не сотрудник коммунального, да? Вы работаете в магазине. А так человек со стороны получается, да? Да, я со стороны. Он меня всегда находил. Я вообще до блага ничего не имею. Я имею до сельпо. Я работаю. И он вас тоже унижал? Каждый день. Даже за что вас? Вы ж не подчиненные. За то, что я не управляюсь своей работой. А кто жалуется? Но... Дворники жалуются, потому что она не убирает. Таня, дай слово уже другому сказать. Я причем тут бумажки летят. Таня, ты на собрание не ходишь, ты откуда знаешь? Честно, я кто жалуется? Я в этом году не хожу, в том году я ходила, по затом году ходила. Этой женщине на собрание не видела. Не нервничайте, успокойтесь. Где ты в том году была? На море отдыхала. Я не могу. Честно, я из такого коллектива. Дай слово сказать человеку. Не так, как их вот тут, чтобы это кричало не дать разговаривать. У нас сельпо, ну я работаю от города Шенсервис. Они мне никто не говорит, он меня проверяет, есть я на работе или нет. Я кроме сельпо еще работаю 24 часа. Что я с ними, я даже доброе утро могу сказать ей, бо я спешу. Я всегда на без 15-6 или на 15 минут 7. То есть он даже позволяет себе ругаться на сотрудников, которые не подчинены ее. Даже я до нього нічого не маю. Даже 24 часа може прийти тут напротив міліції. Паскудить, чи це що день на роботі, чи це що ніч. Щоб ви почули, як він ображається, я вважаю, що такому чоловіку не должен він працювати в центрі. Хорошо, сказала? Не то, що я хочу, що там розборки чи що. Хорошо, Вера сказала?
когда дворники приходят в 6 утра, они убрали свой участок, да? Вера на участок в 7 часов приходит, не убран. И вот эти бумажки летят на дворника участок. Дворник жалуется, Григорьевич идет к ней. Вот ты дай слово. Понимаете? Если Надя, работа Юра, его тут нема. Юра, что у меня есть если участок, ты приходишь. Делайте вы это или нет? Нет, конечно. Она ваша чиновная? Нет. Она не наша, но бумажки от нее. Света, не летят бумажки туда. Летят. Не летят. Она вообще не думала, участка вообще не работает. Да, я заработала. Постоянно от Веры летят, сколько... Не летят бумажки. А если ветер подул оттуда и полетели так бумажки? Так они жалуются Григорьевичу, эти же дворники, а какие? Потом он идет... Какие же они? Которые в центре... Ну, фамилии. Ну, вот в центре работает, вот в центре работает. Нет, это другая. Потом... Хорошо, Вика... у меня от Лены летит мусор, что мне делать? Так жалуется Григорьевичу, что она не убирает. Она тоже не успевает убирать. Так он идет... Вот сейчас там, иди подивися, что делается возле райкома. Не делай, пускай другие... Иди подивися возле райкома, вони бігають, подписи собирают. Иди подивись, что делается возле райкома под каштаном. Света, у тебя все нормально, да? Все нормально, да. Ни одной бумажки. Ни одной бумажки. Иди посмотри. Иди посмотри. Иди посмотри. Вера, ты новый человек, ты понимаешь, ты новый человек. Да, я... Да. И ты хочешь сказать, что я не справляюсь. Вера, ты говоришь, жалуются на тебя. Жалуются тут. Дай слово сказать. Они летают. Куда Лена, на твоем месте вообще молчала. А что на твоем месте работать? Собрались. Да, мы здесь не для этого собрались. Кто-то может предоставить из вас факты, опровергающие, что этот человек вымогает деньги у людей, которые об этом заявили. Нет, это неправда. Я можно подумать, ты не даешь. Ой, Лена, а ну теперь скажи, тихо, ша. Коли вона ходила на редиску, ти казала, вона ходить на редиску. Казала? Казала. Я ще много можу чого сказати. Ну ладно, я потім скажу. Твої слова, Лена. Ну вона твої. Ходила на редиску, ну твої. Не факт, що вона ходила на редиску. Подожди, вона тебе заставляла, щоб якщо ти вбирала на її участі. Ну, вона нічого так, не заставляла. Ну подиви. Лена, як це може? Женщина, помолчите. Ситуация состоит в чем? Я не могу понять. Вот вы пришли сейчас сказать, что они сказали за себя, что у них вымогают. Вы говорите за себя, что у вас не вымогают. Ну, да. Нет. Ну, я все, мы вас услышали. Да. Ну хорошо, вас не вымогают. Мы услышали вас. От кого мне слышали? Да подождите, ну что вы спорите? У вас не вымогают, мы вас услышали. Но у них вымогают, они могут об этом говорить? Ну, пускай говорят. Ну все, они сказали. Вы сказали, что... Подождите. Они сказали за себя. Что тебе вымогали деньги? Да. Да. Я тебя ни разу это не слышала. Да. Никогда ты не говорила. И ответы ты не чула. Ну давайте мы... Послушайте меня. Нет. Нет. Давайте. Это ты постоянно... Потому что на собрание не ходишь, потому и не слышала. Помолчите. Вы можете помолчать? Здесь присутствует человек, который вообще не является сотрудником коммунального предприятия. Да? Вы же не подчиненная ни Коробкова, ни постсовета, никого. Она работает в предприятии, которое к вам не имеет никакого отношения. И она, в принципе... подтверждает слова этих женщин, что ругань идет, постоянное обзывательство идет, да? Да. И она говорит о том, что вы не ходите на собрание, она вас не видит в центре. Вера, подожди, да. Вера, мы говорим Вера, о том, что... ты ходишь на собрание. Да. Вера, слышишь? Так само, Вера, приходи новенько, ты стала поставлена последний раз на собрание. Да. Я в том году была на собрании. Да. Причем здесь тот год? Ну что вы берете за тот год? Давайте успокойтесь. Тот год. Где вы были 20 числа? Чего вы не пришли? Когда собрание проводилось возле дома быта. Где вы были все? Где вы были? Чего вы не пришли? На работе были? На работе. Хотя надо было собраться. А нам никто не сказал. То есть вас не вызвали? То есть вас Коротков не вызвал? Значит, у нас получается, что Коротков избрано собирать. А вас вызвал Коротков? У нас здание, понимаете, у нас здание, участки, это совсем разные вещи. А у меня почему? Когда я работала на прежнем участке, я была каждый день на собрании. Я понял. Так что стоит у нас комиссия. Я пришла, что мы не позвонили, что мы решали, что ему не это не место, даже наше начальство. Я до Лилии Ивановны, я не пришла разборки им делать, у меня голова болит. Но мне еще бумага состоит ставить. Вера, я тоже Коробкова говорила, что мы... на сердце и делай правильный вывод. Я не тебя тоже пытания. Защищала перед Коробковым, потому что тебя вот эти же дворники оскорбляли.
Да причем тебе? Да давайте мы сейчас не сводить лбами каких-то гонит. Мы сейчас говорим о не сведении личных счетов. Ситуация состоит в том, что человек вот пришел со стороны. Я вообще даже не знал, что вы придете. Вы работаете в 24 и Сельпо, да? Да. То есть вы это все подтверждаете, да? Да. Ну, и у них было всегда там, все люди бачат, что я могу подпись даже посторонних людей, что отставить бумагу и написать фамилию, так как они говорят, каже, мы войну прошли, старые люди, мы, каже, пожилые люди. Ну и еще такого, каже, мы не бачили, не чули. Оттуда их перевели сюда, так само и тут, коло цього. Хорошо, они не то, что нормально, как у меня. Что вы хотели сказать? Не то, что нормально, мне позвонили, Веруня, где ты там, чи Вера, чи что. Нормально это относится к людям, но бывают такие провокации, что... Вас 20 числа вызывали на собрание? Нет, я вас не вызывали. Вы 20... А почему вас не вызывали? Мне интересен подход просто руководителя, который вы собрал собрание 20 числа, и вас не вызвал, вас не вызвал, вас не вызвал, вас не вызвал, тебя вызвал, ты была, да? И ее вызвал, ее еще там были какие-то люди, да, там были многие. Ну, то есть некоторых. То есть здесь, в принципе, вы пришли большинство тех, кого он не вызвал. Я не знаю по какой причине, но не вызвал. Хорошо. Ситуация состоит в том. Я понял, что проблема существует однозначно. Я понимаю, что, может быть, кого-то он не обзывал, и кому-то он относится хорошо, это все может быть. Такое бывает в жизни. Я просто говорю от себя, что я сегодня был на коммунальном предприятии. И вот все, что они говорят, на коммунальном предприятии подтверждают. Поэтому мы сейчас туда поедем, и мы тоже эти показания спрямим. Мы вас услышали, вас не обзывают, вас ничего не делают. Хорошо. Я хочу вам сказать. Да. Я Потоцкая Елена Николаевна. Так. Проработала 30 год с ним. Да. Обок. В колхозе 13 год я проработала. На виноделке 5 лет проработала. И работала на велосипедном 4 года. Никогда у меня не было с ним ни скандалов, никогда он не обзывал, никогда он мы не отрицаем ни вымогал ни денег. Да, я лежала в больнице, он приехал, позычил мне деньги, я отдала эти деньги ему. Ну, я понял, у вас претензии к Короткову нет. Я тебя понимаю, потому что ты брала двое детей на обиду. У вас претензии к Короткову нет. Все, можешь? Светы, Светы! И Надя, Надя, идите на свой... Нет, дело не в этом, все, мы вас услышали. Вот вы четыре человека, единственные во всем поселке, которые человека? Говорят, что он адекватный человек. Нормальный он, человек. А вы сплетни собираете. Какие сплетни? Люди пришли и говорят, вот, это сплетни, вот они. Надя, скажи, сколько раз он тебя покрывал? Ну хорошо, хорошо, Татьяна, вы смертно возглавляете. Вы пьяный человек придет на работу, вот как? Пьяный, увольнять надо. Он поблажки им делал, это его вина. Во, видите, значит, у него есть нарушение. Значит, он пьяных на работу хорошо. Не пускал. А это нарушение так трудового кодекса. Вы знаете об этом? А человек пьяный на работе, это почти преступник. От чего он его покрывает? Скажите мне, пожалуйста. Да, за что? Потому нет. Что жалко ему людям. Жалость ему, это преступление. Завтра пьяных что-то сделает на работе, кто-то погибнет. Машу, Таню, тогда и Веру. Все четверо, где остальных ваших? Я каждый день 10 лет работаю. Понимаете, получается все, видите, вы говорите, что это Бога. На доска почета. Ну, правильно, ну пьяного покрывает. Понимаешь, меня надо уволить. Роман, мы не поспорим. Роман, теперь задайте вопрос. Какие он мав право снимать ее с участка, брать до себя додому работать и давать 2 дня выходных? Во-первых, он после рабочей. Нет. После работы. Нет, Лена, ты утром шла. Ты утром не пришли. Не пришли, Лена. Не пришли. Я тебя спитала, Лена. Пришла на Лимана я. Просто близко к кормушке. Да, 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 да. Не надо. Я тебя спитала, куда ты идешь? Я иду, Григорий Георгиевич. Работает. Да. Он чула, он говорит, выйди из кабинета, что сюда пришел.
Вера, я шестерка, но я за три года сколько работаю, ни разу отгула не брала, ни разу. Ну я, мы не поняли, ситуация состоит в том, что есть Надя люди довольные, есть люди недовольные. Я, да. Мое, что я сколько работаю цему, и сколько, что она говорит, что 10-5 там цему, сколько я работаю, что таких человека не устрила, его надо убрать вообще, чтобы он не работал с таким коллективом. Да. Вот моя просьба такая. Как хочете, так и решайте. Кто хороший, кто виноватый. Соберите их всю кучу. До директора. Сколько раз говорила. Работай сейчас в милиции за 300 рублей. Это никто. А кто ее заставляет работать? Кто не заставляет? Она собирает 200 рублей ему. Говорит, Света, я бы не дала. 100 рублей, для 100 рублей. У нас есть Лилия Ивановна. Почему ты не ходила, не жаловалась никому? Ваш начальник директор. Так директору почему она не пошла жаловаться? Ну вот они пошли на собрание. Когда? Служебное расследование. Смотрите, Лидия Ивановна назначила служебное расследование? Когда? Ну 16 числа она назначила служебное расследование. Сейчас я выйду, сейчас я зайду. Да, 16 числа. Ну давайте так, я понял, что есть люди довольные, есть люди недовольные. И каждый имеет право на свое мнение, и это его право. Меня удивляет, что ситуация, люди со стороны, видите, что говорят? Люди со стороны больше подтверждают слова этих людей. Мы это тоже учтем. Со стороны тоже могли настроить, да. Веру, хорошо. Ну, что ее настраивать? Я бы настроила. Тут же говорят, не жалуются на нее, потому что она не убирает. Она ходила до директора сама, Жинка, сама. Кто ей настроил? Подожди, дворники жалуются на Веру. Ладно, мы вас услышали. Вы сказали, что он человек хороший. Он идет к ней разбираться. Ну, я понял. Кто виноват? Он виноват, потому что он пошел к ней разбираться. А дворников хорошая, она опять же с Верой чуть-чуть. Он не должен разбираться с чужими людьми, понимаете? Так что от нее мусор летит, дворничка говорит, вот от Веры не убирают, а у вас прям такое ощущение, значит, по вашим словам, сельпо загадило весь город? Так и кто жалуется? Ну кто? Я не жалуюсь, я там не работаю. Ну вот видите, вы не... А те, которые там работают. Фамилии, а что ж ты своих 5 копеек вставляешь, если ты там не робишь? Да, ну 5, фамилии, назовите фамилии этих людей. Как они жаловались. Вика, ну, скажи, кто? Гала жаловалась. Где Вика и где Гала? Где? А чего они не пришли сюда и не жалуются? Чего они не жалуются? Я лишь один раз пришла, как Вера тоже Вика подходила до ее роща и плакала, и говорила, что у сельпо летают бумаги прямо к ней. А сколько территории у сельпо, объясните? Вот это сельпо и все. Так они уже дырку в голове. И что там, прям сельпо засрало весь поселок, о чем вы говорите? Получается. Ну что это вы мне хотите сказать, что ведёмы... Ну люди же ходят к нему, же жалуются. А пройтись от такого. Сколько территории сельпо? Вот дивись за своим. Там маленький кусочек. Ну, а вы представляете, что ведёмы? Так кому жалуются? Не, они просто говорят, что сельпо, из-за сельпо весь поселок грязный. Я так говорю, сколько там сельпо? Две улицы грязные. Из-за сельпо? Да, что бумаги летают. Ну куда? По центру летают и по лиману. Да. Вика жалуется. Вика жаловалась один раз передо мной, я слышала. Как это людям объяснять, это я понятия не имею. У 24 часа ночные, это что, работает Люда, мне звонит. Даже на 7 часов, если я буду, я уже маршрутку не звоню. А 24 часа это где? Напротив милиции. Все, я понял. Так само сельпо. У меня должно быть... У сколько б я не приходила, что я не приходила, у меня должно быть до 8 часов, что там чисто. Как может у меня бумаги летать, если Галя до сих пор еще заметает? Вы же не пошли ей помочь, бо вчера вообще никто не убрал там. И она говорит, что у меня бумаги летят. Не, ну я просто не могу понять, как может одно сельпо загадить весь поселок. Это удивительно. Ладно, хорошо. Мы услышали вас, услышали людей со стороны. Я думаю, что надо сейчас ехать на коммунальное предприятие. Там и как у тебя может рот открыться? Да. Да. Давайте обойдемся то, без оскорблений. Она говорит, еще, пожалуйста, я еще хочу маленькую сделать заметочку. Да. Так как собрание проходило при закрытых дверях и нас туда не пустили, да. Роман даст это подтверждение, мы не можем утверждать и знать на 100%, что же там происходило, какое давление оказывалось на этих людей. Там давление было никакого. Там были депутаты. Мы не можем утверждать. Там были депутаты. Если вы не верите депутатам, тогда грош вам цена. Кому не верю? Кому не верю? Ну, услышали. Говорят, что там нас настраивали. Ну, мы не знаем. Если вы говорите это, то мы выставили свое отдел. Вы правы, выставили мнение. Не надо рассказывать сказки.
Ну хорошо, вы мне не верите. Он почему не верит? Кто вам сказал, что я не верю? Нет, ну что не говорите? Я вас услышал. Ну я в конторе даже была, и девчата все чули, как он кричал там, и как он кричит, что даже можно посторонних людей, он не говорит, это они неправильно говорят. Ну, я услышал вас тоже. Я услышал их, услышал вас. Все, я думаю, что пусть громада решает, а служебное расследование, думаю, ваше мнение на служебное расследование тоже учитывать, потому что вы человек со стороны не заинтересованный, будем так говорить, правильно? Если они здесь все хоть как зарплату получают, то вы от них ничего не получаете. Почему вы... не получаю? Почему я не хожу на другие участки, не контролирую людей? Есть, что она сделала? Почему Надя ездит, обещает все участки? Мы не говорим где сейчас она должна быть участке. На рабочем мы месте, не на своем участке? Участка. Так провоцирование идет, понимаете? Вы не понимаете? Ну чего провоцирование? Ну. Так провокация идет, самая натуральная. Вы написали об этой провокации служебную записку директору? Я не писала, ну, но я говорила об этом. Ну, надо написать, чего не написали? Ну, что писать только, можно и говорить. Ну, а я же вот, что сказали, если надо, надо, я не один раз ходила. Если ходила надо, в конторе, что он не паскудил, что он не кричал, потому что я не относюсь до них вообще, ни, никакой души не имею. У меня есть свое начальство, и меня все проверяют, как должно, чтобы было чисто, чтобы не было. Вера, если не падают, ноги кричат, что вот, я... Вот от нее летят бумажки ко мне. Вечером я убираю она еще не мусорку, мусорки и убираю бумаги, чтобы не летело никуда. Я специально сегодняшнего дня начну наблюдать вообще. Я не обращал внимания, где какой мусор. Я куда летит, я хочу сегодня ну, посмотреть. Ну, я могу показать, да, если надо. Да. Что, откуда ты летит? Как ты, я могу показать сама. Хорошо, я да бачу и хорошо вот знаю. Да? Да. Ну, я так понимаю, что надо будет проехаться по всем участкам. Да, вот это. Да, проще, какие у них участок и какой у меня участок, что я могу за полчаса летать с винником и все сделать. Хорошо, а мы вас слышали, я понимаю, что есть люди, которые довольны коротковым, есть люди, которые недовольны. Хорошо. Спасибо.